що достойна зарплата і достойна робота для кожного маріупольця – це пообіцяв бізнесмен Рінат Ахметов. Сьогодні він завітав до міста, де відвідав завод «Азовсталь» та медкомбінат імені Ілліча. Дорогі друзі, мені дуже приємно, що сьогодні тут, в Маріуполі, я знаходжусь разом з вами. Прежде всего, я хочу сказать вам огромное-огромное спасибо. Спасибо за ваш труд. Спасибо за вашу ответственность. А самое главное, спасибо вам за вашу любовь. Любовь к родному заводу, любовь к родному городу, любовь к Украине. Спасибо вам. Сегодня весь мир за нас переживает. Все считают, что у нас в Украине очень сложная ситуация. Я здесь для того, чтобы вместе с вами разделить эти волнения и эту тревогу. У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный и успешный город Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди и счастливые украинцы. Моя формула успеха состоит из трех составляющих – любить, верить и знать. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину. Мы верим в Мариуполь. Мы верим в Украину. Я убежден в том, что вместе с вами мы добьемся очень-очень больших успехов. Мы продолжаем строить. Мы продолжаем инвестировать. В этом году компания «Митинвест» будет инвестировать 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим новый университет. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы в городе Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей. Дорогие друзья, я нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта, чтобы на Донбасс-арене звучал гимн Лиги чемпионов, и чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Я уже говорил не раз, и еще раз хочу сказать. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы. Що ж, друзі, 15